Всем привет, меня зовут Артём, я автор YouTube-канала «Кино Чёрный Кабинет», режиссер по совместительству, и это мое новое видео для Asus Studio. Сегодня мне будет помогать в моих начинаниях этот крутой ноутбук Asus ZenBook Pro Duo. И для начала пару слов о нем. Шестиядерник Intel Core i7, дискретная видеокарта RTX 2060, полноценный экран с разрешением 3840 на 1100 пикселей, ScreenPad Plus, также работающий в разрешении 4К и так далее. Думаю, вам интереснее то, как же он работает, а не перечисление характеристик. Правда? Да, Asus ZenBook Pro Duo — это идеальный помощник в таких начинаниях, как наше, если дело касается монтажа видео. Мы как-то уже с вами говорили в рамках Asus Studio о том, что такое звук и как работать с саунд-дизайном. Поэтому сегодня я бы хотел продолжить эту тему и рассказать вам о том, как я лично работаю с музыкой. Точнее, если мне нужно смонтировать какой-то видеоклип или видеоряд под музыкальный трек. Но важно понимать, что эти советы работают для меня, вы можете их не придерживаться, я просто делюсь с вами тем, что помогает лично мне, а вы можете в комментариях к этому видео написать, как вы работаете с музыкой, если вам это необходимо. Ну а теперь приступим. Итак, первый совет, наверняка которым вы и так пользуетесь, это выделить бит. Что такое бит? Бит — это такт в музыке. Употребляется выражение в английском beat per minute, BPM — удары в минуту. Чем большее значение, тем выше темп музыки. Прежде чем приступить к монтажу по музыкальному треку, вам нужно определить этот бит. Его нужно прочувствовать. Вы можете это сделать вашим телом, вашей головой. Короче, словить от музыки кайф и представить, какой видеоряд вы бы могли добавить под этот трек. Либо же подобрать трек под тот видеоряд, который вы отсняли. Из более практичного, вам нужно либо на аудиофайле определить пиковое значение, либо проставить маркеры. Сейчас покажу как. Второй совет – это модифицировать структуру трека. Естественно, что, скорее всего, ваш видеоряд и музыкальный трек не будут совпадать по длительности. Но для этого недостаточно просто отрезать кусок музыки или же наложить ее заново для того, чтобы продолжить монтаж. Вам нужно, чтобы музыка звучала органично, то есть один кусок плавно перетекал в другой. Если же вам просто нужно добавить трек, продублировать второй раз, тут все просто. Нужно просто определить пиковое значение или же срезку после припева и наложить музыку таким образом, чтобы она как бы продолжалась на вашей таймлинии. Совет третий. Разбавляйте ваш монтаж, выделяя брейки. То есть делайте монтаж по брейкам. Но что же это такое? Смысл брейка в том, чтобы дать слушателю небольшую передышку. Согласитесь, слушать песню, в которой постоянно что-то происходит, может быть утомительно. Зачастую брейк отличается минимализмом и обычно строится на тех же аккордах и мелодиях, что и припев. Иногда брейк представляет собой небольшой и спокойный переход перед последним припевом. Средняя длина брейка от 4 до 16 тактов. Говоря простым языком, брейк — это переход, который нужно визуально выделить. Ну, точнее как, нужно. Желательно. Четвертый совет. Как и в любом хорошем кино, когда вы монтируете что-то по музыке, не забывайте о тишине, о паузе. Иногда именно в паузах рассказывается самая красивая и интересная история. Ну а в банальном примере, когда вам нужно монтировать что-то, какую-то нарезку под музыку, вы можете использовать эти паузы, выделяя их как минимум черным фоном. Сейчас покажу, как простой переход в ZTM, в затемнение, казалось бы банальный, может помочь и украсить ваш монтаж. Смотрите. Пятый совет – использовать саунд-дизайн. Вы можете сейчас перейти в предыдущее видео, которое я делал для Asus Studio, по саунд-дизайну, для того, чтобы услышать о нем подробнее, узнать о нем подробнее. Но если же мы говорим об отрезке видеоряда, который вы хотите смонтировать под музыку, саунд-дизайном также не нужно пренебрегать, потому как саунд-дизайн может помочь вам украсить ваш видеоряд, украсить вашу историю. К примеру, если вы монтируете какую-то свадебную историю, вам нужно смонтировать красивый кусочек, где пара прогуливается по пляжу и все такое романтичное и банальное, вы можете добавлять звуковые эффекты, тот же звук моря или чаек, в общем, я вам сейчас называю самые банальные и простые вещи, чтобы ваше такое, казалось бы, даже на первый взгляд простое видео обрело форму и не казалось плоским. Естественно, что такие звуки добавленные желательно как-то
совмещать с музыкой для того, чтобы они не вырывались из контекста, не вырывались из бита, из мелодичности и не мешали повествованию. Они должны его дополнять. Вы должны понимать, что саунд-дизайн нужно использовать для того, чтобы визуализировать вашу историю, для того, чтобы что-то рассказать зрителю. Даже если это простая нарезка видео под музыку, все равно вы можете определить идею повествования и при помощи саунд-дизайна ее рассказать, раскрыть, донести до зрителя. Я надеюсь, что эти советы были для вас хоть чуточку полезны и интересны. Расскажите мне, пожалуйста, в комментариях о том, как вы работаете с музыкальными отрывками и как вы монтируете видео, если вам нужно сделать такую нарезку, сделать видеоклип или же просто наложить видеоряд на красивую музыку. Любите кино, работайте на качественной аппаратуре и давайте учиться понимать съемочный процесс вместе. Всем пока!